домой. Я говорила с Икаром. Кажется, он рядом. Отлично, он жив. Рад слышать. Спасибо за новости. Что это скажу, но я очень рад тебя видеть, Фейт. Что случилось? Не спрашивай. И к забору не подходи. Он не кисло так бьет. А то закончишь, как они. Что мне нужно сделать? Помочь мне выбраться. Выруби электричество, этого хватит. Или уйти, пусть тебя найдет Крюгерсек. Или так. Но мой вариант мне нравится больше. Пожалуйста. Что надо сделать? Эти кабели выведут тебя к переключателю. Буду должен. Само собой. Будь здесь, пока. Смешно. Нашла. Но надо как-то обойти. Спасибо тебе. Ты все равно идиот. Большая движуха. О, тут до хрена вертушек. Летят из штаба Крюгерсек. Видать, обложили черный ноябрь. Все. Готово. Будешь должен. Буду. Спасибо. Может, там лифт рядом есть? Быстрее! Фейт, я
Такого от них я не ждал. Надо поторопиться. Не могу связаться с Ноем и остальными. Кейсек их как-то глушит. Я у логова. Я рядом. Там еще остались вертушки. На пульсе тихо. Слишком тихо. Икар? Никого нет. Снаружи куча бойцов. Фейд. Тут мешки для трупов. Карты здесь? Вижу. Твари из Кейсек. Что делаем? Надо их остановить. За дело.
Надо бы с ним побеседовать. Я ничего не знаю. Что вы сделали с нашими друзьями? Нам приказано было их схватить, но... Что вы сделали? Пришлось стрелять. Они не сдавались. Особенно старик. Беги. До связи. Он ушел. Она ушла. Прекратить поиск. Я знаю, куда идти. Встретимся у крана в южном даунтауне. Я все объясню. Помочь, Фей. Бегущая, подойди-ка. Я у крана. Отлично. Я там в кабине. Подожди, сейчас с управлением разберусь. Люгерсек устранен опасный главарь банды. Убит главарь банды? Икар, ты это видишь? Вижу.
хорошо. Они его убили. Убили, сволочи. Ной. Черт. Фейт, нам надо исчезнуть. Я говорил с Ребеккой, она предлагает убежище. Нет. Выбирать не приходится. Нам больше идти некуда. Ной не доверял Ребекке. Ну уж спрятать-то она спрячет. Она тоже не любит Крюгера. Хорошо. Пойдем. Но долго не задержимся. Только пока все не уляжется. Вышлю тебе координаты. Пока не дойдем, на связь не выходим. Теперь вас двое. Проходи, Ребекка ждет. Фейт! Сюда! Я видела новости. Мне жаль, Фейт. Не надо притворяться. Нет, я серьезно.
Слушай, мы с Ноем не во всем соглашались, но я уважала его и твоих родителей. Ной говорил, вы были в одной группе. Да. Были. Пока я не поняла, что мирным путем от конгломерата и стоящих за ним семей не избавиться. Их нужно уничтожать. Любым оружием, какое у нас есть. Знаю, о чем ты думаешь, но нет. У меня его нет. Да. А я думаю, есть. Поэтому тебя и ищут, Крюгерсек. Поэтому и Ноя убили. Полегче. Слушай, пока что я тебя укрываю, но это вовсе не за твои красивые глаза. Однажды я спрошу тебя, с нами ты или нет. Все, Ребекка, мы все поняли. Я просто хочу сказать... Ты уже не нейтральна, Фейт. Ты пока отдохни, а со временем во всем разберешься. Тристан покажет твою комнату. Еще поговорим. Скоро. Подожди, мне закончить надо. Не имеете права! Не трогай его! Эрика! Пристрели его! Кто это там в окне? Девчонка, взять ее! Это кот, как я. Мам! Я не могу дышать! Кэт! Очнись, Кэт! Надо уходить! Кэт! Это мертва! Доложи! Ищи другу! Фейт, срочно приходи ко мне. Thank you.